Сейчас на пляж идем, дорогу покажем, сколько у нас занимает. Выходим с отеля. Апельсинов море. Но мы попробовали, они такие кислые. Вот второй у нас отель через дорогу, корпус. Можно по мостику идти, можно так. Вот, начинаются наши кошаки. Чем ближе к морю, тем больше кошаков. Но здесь еще вот автобус стоит. Можно на автобусе до пляжа. Только я не знаю, кто там на нем ездил. Или ездит. Тут идти-то. Сейчас не едем. 2 минуты. И все. Тут, в принципе, еще есть одна дорога. Ближе до пляжа. Но дальше до нашего, получается, пляжа, бара. С утра пока что-то солнышко нет сегодня. Немножко затянуло небо. Вот по дороге у нас там торчит танк. Там живет наш кот черный. Мы его зовем танкист. И вот все дни он на танке на этом сидит, никуда не отходит. А вчера что-то или место свое прозевал. Туда рыжий пришел кот, поселился. О, танкист идет, но почему-то не оттуда, не со своего танка. Либо рыжий там теперь живет. Пойдем, не кричи. И где твой танк? Покинул ты пост, да? Пойдем, кушать дадим, пойдем. Ну, ты танкист. У него ухо разорвано. Тут черных много, но это видно. У них тут кто без глаз, кто без уха. Видно за территорию. Одного бок вчера был выдран, клок немалый. Или, может быть, лишай был. Или погрызли. Вот. Его домик такой танк. И он сейчас будет кушать.